Ребят, всем привет, вы на канале Nixon Sleep, и сегодня я вот решил поиграть в игру под названием The Park. Можно просто парк, она вроде как инди-хоррор, правда уже такой достаточно старый, в 2015 году вроде бы она вышла. И что-то не знаю, я давненько хотел поиграть, но все никак как-то не мог добраться до нее. И давайте посмотрим, страшная она или не страшная. С историей The Park лучше всего ознакомиться, играя в темной комнате и в наушниках. Некоторым игрокам сюжет может показаться излишне пугающим. Играя в The Park, вы можете столкнуться с странностями в графике, звуке управления, с отсутствием разуме. Это нормально, не беспокойтесь за собственный рассудок. Даже так, какое смелое заявление. Но я в наушниках. Да, в принципе, без света. Мыслями и сердцем я всегда возвращаюсь в парк Атлантик какой-то там. Не успел прочитать. История про девочку. Да. Или женщину. Где же Мишка? Я не видела Мишку Калом. Это мамаша. Это ее сын. Подожди в машине, я схожу к стойке с информацией. Игра короткая, насколько я знаю. Всего лишь часик. Вроде бы. Я ее просто сейчас, может, вообще залпом возьму, пройду, посмотрю. Атлантик, Исланд Парк. А внимание, посетители, парк закрывается, пожалуйста, подойдите к автомобильной парковке. Ага. Сотрудникам просьба подготовиться в парк к закрытию. Взаимодействовать с предметами в мире? Какими? Прочесть табличку. Каллум родился в тот же день, когда открыли парк. Это его самое любимое место на свете. Парк Атлантик Айленд создан во имя непокорного острова Соломона и всех тех, чьи таланты помогли воплотить в жизнь мечту Натаниэля Уинтера. Пусть этот парк станет местом, где звучит смех и царит веселье. Пусть они передадут потомкам установленного 1 мая 1977 года Джеймса Лонгли. Ага, все? А как? Подожди. Как выйти? Все? Вот. Все. Пробел. На пробел выйти, прочитали что-то. Историю парка, Атлантик, Исланд Парк. Сейчас, дай угадаю, мы туда зайдем, парк закроется. И мы не вернемся, да? А. Лол. Почему вы меня не впускаете? Может здесь? Ну-ка. Нет. Сука, они меня не впускают, значит, можешь куда-то сюда. А, вот, да, точно. Information. Все, глюки пошли. Эй, Лорен. Ты не виновата. Люди постоянно что-нибудь дотеряют. Постарайся успокоиться, подумай, где ты последний раз видела медвежонка. Эй, стоять! Кажется, это твой сын сейчас убежал в парк. Я открою для тебя турникет. Ну короче, да, мы походу будем за сыном идти. Нажмите правую кнопку позвать Каллума. Каллум, куда ты? Скорее сюда. Короче, эта история ничем хорошим не кончится. Может быть. Чё? Во входе в парк аттракционов есть что-то особенное. Это граница, которая отделяет обычный мир от страны фантазий. На этой стороне мы задавлены жизнью, а на той все наши мечты. Неудивительно, что Кэллум убежал обратно. Я тоже не захотела бы уходить. Внимание, сотрудника, парк закрыт. Приятного отдыха. Сука, как закрыт? Мы еще не вышли, что за херня? И почему она за своим сыном не может просто побежать по эскалатору? Да, все пизда началась. Резко настала ночь. Просто резко. Это мы так долго поднимаемся. Зашибись. О боже, парк, что здесь случилось? Так, это что, прийти бегом или снова на шаг? Не, лучше бегом. Не поймаешь. Не поймаю? Сука, да, не поймаю. О, блин, все, он в рот чей-то бежит.
Бля. А, нет. Не в рот. Хотя, нас прям туда и манит. Все, теперь-то я не поймаю подавно. Кэллум! Кэллум, дебил. Тут какой-то страшный рот. Можешь мне зайти туда? Слишком темно, без фонарика я туда не пойду. А, значит, ты по-любому туда войдешь, но не сейчас. Хорошо. Так вот, фонарик. Бери ты и иди. В чем проблема? Сохранение. Это скит убежал, сука. Это пиздец, ебаться, блин. Надо. Это, возможно, это у нее глюки какие-то в голове. Она просто вспоминает детство. Я не знаю. Посмотреть ботинок. Кэллум, скажи, где ты? Может, этот ботинок Кэллума? Я здесь. Может, это у нее глюки, может и нет. Пока непонятно. Подожди, Кэллум. Догони меня, мам. Да подожди ты. Бурундучок Чет, просто пьяный парень в костюме. Бурундучок Чет приветствует вас в парке Atlantic Island, когда можно встретить каждый день на шоу по вырезанию скульптур изо льда в следующих местах. Ярмарка, Октотрон, вот в парк. Чек Бурундук, настоящий балбес, каждый экзамен ему темный лес. Чет всегда злится и драки заводит, но каждый раз побитым выходит. Дурную работу получит потом и вскоре умрет, бесполезный. Лохом. Зачитали. Правда, сначала я просто читал как текст, я не понял, что это какой-то рэпчик. А потом уже, да, все, влились. Нужен маме Кэллум, да? Ты еще что такое? Приобрел землю на острове Соломона и должен добавить за бесценок, чтобы старый Арчи Хендерсон не сделал местным с тех пор, как я прибыл на остров. Одно упоминание его имени заставляет людей захлопывать двери и ставни. Мои юристы организовали все заранее, но риэлтору все равно пришлось заставлять меня ключи лично. Он решил еще раз предупредить меня. Не знаю, что вы планируете делать на этой земле, мистер Уинтер, но на ней уже давно лежит горькое проклятие. Старик Хендерсон, он творил ужасные, совершенно кошмарные вещи. Земля все помнит, сэр. Я быстро отправил его во свояси. По большей части его жалкие угрозы мне только позабавили. У меня большие планы на это место, я прослежу, чтобы их претворили в жизнь. Парк Atlantic Island. Отличное название. И я не представляю никакого другого. Сейчас зарождается легенда. Блять, я постоянно эскейп нажимаю. Получается, земля была проклята. А его предупреждали такие, типа, мужик, ты что творишь? Как... Что ты здесь хочешь сделать? Земля проклятая. Вали нахер отсюда. О, нет, мне нужны бабки. Я построю на этом месте парк. Все будет заебись. Так, это его, видимо, макет. Это вот мы вот отсюда вышли. Налево либо пойдем. Либо, я не знаю. Кэллум, стой, где ты стоишь? А где он стоит? Где он стоит? Давай, мам. Я слепой? Или... А, он там, что ли? Боже, блядь. Давай. Ты будешь прыгать? Куда ты ушел? Прокатиться на лебедке? Да. Давай покатаемся, чё бы и нет. Посмотрим. На луну. На ноги. Опять на луну. И на ноги. Да, весело. Я думаю, будет просто загрузка, как она туда приплыла. И у нее, кстати, рваные джинсы. Одна. Может, она упала до этого? В парке, когда с ней была. А может, и нет, я не знаю. Че это у нее рваные джинсы? Рядом с большим лесом жил бедный лесоруб с женой и двумя детьми. Мальчиком по имени Гензель и девочкой Гретель. Они были очень бедными, денег не хватало даже на еду. «Как же нам дальше жить?» — спросил однажды лесоруб свою жену. И убил ее, и съел, да? «Вот что надо сделать, отвезти детей в чашу?» — ответила она. «В лес, типа? И там их и оставить?» «Нет, жена моя, я не могу так поступить», — сказал лесоруб. «Тогда мы все умрем с голода, дурак!»
Он зарубил свою жену. Тогда, да, Гензель и Гретель подслушали разговор родителей, и Гретель заплакала. «Не бойся, Гретель», — сказал Гензель. Он тайком выбрался из дома и набил карманы белыми кормушками. Из дома и набил карманы белыми камушками. А в чем прикол? На следующее утро лесоруб повел детей в лес. Мать дала им в дорогу кусок хлеба и сказала, что они больше еды, они сегодня не получат. Умный Гензель бросал за спину белые камушки до самой чашобы. Когда отец бросил их, дети немного подождали, а потом по следу из белых камушков вернулись домой. Какой хитрый пацан, наебал отца и мать. Родители отчитали детей за то, что те заблудились в лесу. А потом отправили спать голодными. Гензель пытался выбраться из дома, чтобы собрать еще камушек, но дверь была заперта. «Завтра я сама подведу их в лес», — сказала жена лесоруба. Ну вот эта история. Утром мать дала детям кусок хлеба и снова повела их в лесную чащу. Так, чё, скримеры, да, подоспели, чё? Гензель изломал хлеб и оставил за собой след из крошек, чтобы по нему вернуться домой. Но голодные птицы склевали крошки, и от следа ничего не осталось. Брошенные дети не смогли найти путь обратно. И 3 дня бродили по лесу. Херово. Ля. Девчонку и пацана жалко. Какие родители, а? Потом они вышли на полянку, где стоял очень странный дом. Его стены были сделаны из пряников, а окна из леденцов. Голодный Гензель подбежал к домику и стал грызть стены. Это галлюцинация. И в что-то превратился, да? Какое-нибудь животное. Голодный Гензель, как мышонок. Кто грызет мой домик? Ведьма. Да, проклятие. Из домика вышла старуха, принюхалась и обратила свой затуманенный взгляд на брата с сестрой. «О, какие малые дети, милые, откуда вы тут?» «Заходите внутрь, поживите со мной, никто вас не тронет, кроме меня, ха-ха-ха, я вас съем». Но Гензель и Гретель не приближались, потому что старуха напомнила им их жестокую мать. «Ну же, дети, не бойтесь, у меня для вас есть гостинец». «Залезайте вон в ту печку», старуха предложила им по большому леденцу, дети взяли их и принялись облизывать. «Вот видите, ничего бояться. Заходите в дом», — сказала старуха, и брат с сестрой пошли за ней. Ха-ха-ха. Ну какая интересная сказка. Чё, конец сказки? Стоило им переступить порог, как старуха разом переменилась. Она засунула Гензеля в клетку, а Гретель посадила на работу. За работу подметать пол и убираться в доме. «Сука, твой брат, наверное, очень вкусный», — сказала ведьма Гретель. «Сказал же, съест. Вот в печку. Когда он разжиреет, я его и съем». Не помню, где-то я похожую историю видел. Каких-то мультиков, может, из детства. Шли дни, а бедный Гензель отказывался есть, чтобы не потолстеть и не стать обедом для ведьмы. Но терпение у твоей закончилось. «Сегодня я приготовлю и съем твоего брата, Гретель. Лезь в печку, затопи ее». Но Гретель притворилась, что не понимает. «Я не знаю, как, куда залезать». «Вот глупая», — сказала ведьма, — «да вот сюда же», и пошла показывать Гретель. И та ее закрыла. Бля, я знаю эту сказку. Я ее где-то видел. Та повалилась вперед и прямо в печку. И они съели ведьму. Гретель захлопнула дверцу и закрыла задвижку.
Бля, где же я? Как... Потом освободила Гензеля, и вместе они затопили печь. Ведьма кричала и молила о пощаде. Дети сидели у печи, пока крики не стихли, и ведьма не зажарилась. Ах, какая сказка-то. С красивым концом. А потом, раз уж одним сладостями, даже ребенку не наестся. Они разделили тело старой ведьмы и съели ее. Ой, вот это быстрее. Бля, страшно. Концовка мне не понравилась. Но я эту сказку где-то слышал, видел. Может быть, в детстве где-нибудь. Ну, что-то похоже. Так же, короче. Была ведьма? А ты на меня так не смотри. Была ведьма, они ее просто сжарили. Ну, по-моему, не съели. А тут съели. Может, это отсылка к какой-нибудь книге, по которой был сделан мультик, либо к мультику. Я не знаю, просто... Да, и мне кажется, мы просто сделали кружок. Зря. Видимо, да. А пацана, может быть, вообще здесь и не было. Сохранение пошло, хорошо. А, нет. Может, и не зря. По новой я туда зайти не могу. Сказку не посмотрим. Только куда пойдем? Гензель и Гретель, я читал эту сказку. Кэллума, когда у нас отключалось электричество. Бедные дети, весь мир против них. И лес, и птицы, и ведьма, даже собственные родители. Я представляла, что мы с Кэллумом те дети из сказки. Не мать с ребенком, а брат и сестра, которые рука об руку прикладывают себе путь в жестоком мире. Мы вечно голодали, искали собственный пряничный домик, искали ту сладость, что избавит от боли. Голод толкает людей на путешествия в ужасные места, где ветви деревьев похожи на когтистые лапы. Ух. Ну, атмосфера прикольная пока что. Может, это и не хоррор какой-нибудь, где там тебя будут пугать как-то скримерами или что-то типа того. Может, тут просто какая-то такая история будет. И очень хорошая. Еще один несчастный случай, но и место. Ой. Ух ты ж. Открой дверь. Типа страшно. Так и несмотря на постоянные заминки на работе, парк Атлантик Айленд откроется вовремя. Губернатор уже внес торжественное открытие в свое расписание. Так что остается только один вопрос. Будут ли у нас посетители? Я об этом особенно не волнуюсь. Посетители придут из чистого любопытства. Запрещенные записи Арчи Хендерсона привели меня к нужным выводам. Невероятно, что резонанс положительных эмоций может запитать подобный процесс. Сам Хендерсон решил использовать негативный и так породил скверну, которая до сих пор здесь стоит. Я не повторю его ошибок. Очень скоро... Да станет ясно, не зря ли я старался. Это все вот про этот парк. Тут записочки. Что да как, почему, зачем. Это очень интересно, ну пошли дальше. Будем искать нашего малолетнего этого шкета, который съебался от мамаши своей любимой-то. О, камешки. А если по голове? Я слышал мелодию. Кто-то на этом играет. Типа рояля, но такой инструмент духовой. Похоже был. Да. Может, или гармошка губная тоже. Чуть какой-то звук такой похожий. Да. Окей. Мы пришли. И этот пацан по-любому на этом аттракционе. Да? У меня вот эта штука кровь в голове приливала. Очень неприятно. Прочесть заключение, хотел сказать, заклинание. Так, парень просто сорвался. Бедные дети. Свидетельские показания происшествия в парке. Атлантика, дежурный, офицер шерифта, так имя свидетеля, говорит Мо Норман. Показания. Мы стояли в очереди на аттракцион. Фрэнк, я и мальчики. Этот парень в костюме бурундука вырезал ледяную скульптуру, а люди вокруг сфотографировались. Лоуренс хотел к нему подойти, но мне никогда не нравились эти костюмы. Они меня пугают. Глупо, конечно. В общем, парень бурундук резал и тесал лед. Сначала мы думали, что он вырезает какое-то животное, типа тигра или льва, но чем дальше, на первый взгляд казалось, что из глыбы льда на тебя с улыбкой смотрит человеческое лицо. Но если взглядеться, начинаешь понимать, что с парапоцами что-то не так, лицо какое-то неправильное. И тут сердце начинает биться чаще, словно ты жертва. А та штука во льду охотник.
Тут подошли какие-то подростки, один из них скорчил скульптуре рожу и сказал, что это грубая парня в костюме бурундука. И тогда, ну, тот как с цепи сорвался, начались просто света... представление. Все побежали от парня, а он повалил того подростка и раз за разом втыкал в него ледоруб. Повсюду кровь, люди кричат, а мы с Фрэнком схватили детей и потащили их оттуда как можно быстрее. И последнее, что я увидел, когда Фрэнк тащил меня оттуда, как вырванный глаз одного из этих бедных детишек упал на ледяную статую. И это словно оживило то жуткое существо. Страшные вещи в этом парке происходят. Я вам так скажу. Мы еще сейчас пойдем на колесо обозрения, походу. На этом аттракционе нам не дают прокатиться. Пока что. А хотя он... Каютка он есть? Может и дадут. По-любому должны дать. Ну-ка. Дадите, а я покататься хочу. Сохранение. О, прокатиться на октотроне. Сейчас прокатимся, конечно. Увеличить скорость. Уменьшить. Увеличить! Давай и прокатиться. Не-не, залезь, пока аттракцион. А, то есть надо сначала уменьшить. Все, понял. Давай, сейчас остановим. Сейчас. Он остановился полностью, не? Можно? Не? По-моему, останавливаться. Ну, что-то долго. Давай. Все. Сейчас. Залезаем. Быстрее можно? Быстрее. И что так долго? Аттракцион останавливается, а? Еще. Все. Надо было, наверное, просто нажать 3 раза. Окей. Ну, сейчас-то можно? Можно? Пожалуйста. Я покататься хочу. Я тоже любил в детстве аттракционы, но и сейчас их люблю. Блять, как движется? Че, ищу, что ли? Еб твою мать. Все. Сейчас он стоит. Все, окей. Покатаемся сейчас. На большой скорости. Можно увеличить ее? Да, вот давайте. Вот. Разгончик пошел. Давайте. А потом на колесо обозрения пойдем. Да и что-то ее фризит все. У нее опять какие-то флешбеки. Все было бы прикольно, если бы сейчас аттракцион сломался. Наша бы кабинка улетела бы к херам куда-нибудь далеко-далеко, и все, на этом конец игры. И тут кто-то появился. О, страшненький чувак. Не напугал меня вообще, нифига. Ты думал, меня напугаешь? Вот просто появился там где-то в стороночке, там какой-то такой большой. Я даже на тебя не посмотрел в тот момент, понимаешь? Неудачно ты выбрал это свое появление как-то. Мог бы прям передо мной, что ли, появиться. Так бы я от тебя точно не смог бы спрятаться, ничего бы. А так где-то справа появился вообще. И потом на скорости сиди, приглядывайся, где-то он там появился. А, да. Изучить снимок. Что за снимок? А, помню этот аттракцион. Это мы? А чего у нее такое? У нее страшная улыбка такая. Я и Кэллум. Окей. У нас тут вообще 2 тропинки. Вон одна, а там вторая. Я хочу сначала на колесо обозрения посмотреть, покататься. А потом, видимо, нам надо... А хотя нет, мы не пойдем на колесо обозрения. Так... О, раздражает, что чертежи оказались неполными. Я не хуже других знаю, что правила игры можно изменить, если хватает денег. Но сколько бы я ни вкладывал деньги, не могут
на пустом месте создать отсутствующие чертежи. Я пытался связаться с организацией, продавшей их мне, но тебя игнорируют. Там, где мы устраиваем встречи, теперь не души. У меня появилось дурное чувство. Кажется, я столкнулся с мошенничеством. Мы все равно взяли за работу над тем, что было в чертежах. Сборщиками, транспортировочными механизмами. Думаю, пусть Николас даст им какие-нибудь милые названия, когда будем открывать парк. В конце концов, это же аттракционы. Название для аттракционов тут подбирали. Блин, видимо, у нас только вон та тропинка, она единственная. В принципе, это и логично, если игра коридорная. У нас всегда будут двигать чисто в одном направлении, чтобы у нас не было... типа того, чтобы мы могли что-то пропустить. Предательство гнездится в самых наших мыслях. Предательство хлещет нас кнутом изнутри, оставляя шрамы. Когда я впервые увидела Кэллума, мысли предали меня. Я посмотрела на это красно-машинистое существо и подумала, это он? И все? Мы представляли мир, опираясь на ожидания, и с Кэллумом я поступила так же. Он был настоящим реальным, но так отличался от моих ожиданий. Фантазии разбились, разлетелись вдребезги, и после этого новым фундаментом стала предательская мысль. Вся наша общая любовь, тепло и доброта. Все это строилось на единственной предательской мысли. Это типа, она в итоге не полюбила своего сына, что он такой родился или что? Я что-то немножко не понял, что она имела в виду. Тут искры. А, так они появляются? Или нет? Они рандомно появляются. Прочесть что-то у нас тут опять. Я думала работать летом. В парке будет весело, но в конце сезона здесь просто тоска, а туристов мало. Так что многие сотрудники целыми днями просто стоят и сплетничают. Чаще всего о Чеде. То есть о Стиве, видишь? А даже я уже зову его Чедом. Хотя мы ведь вместе учились. Все дело в этом проклятущем костюме. Сначала было да забавно. Стив местный пьянчуга в роли бурундука. Бурундучка, они еще, получается, одноклассники были, что ли? Так понял, да? Да, походу. Да, они были одноклассники. Так, пинчуга в роли бурундука. Чеда, это такой милый символ нашего парка. Запирайте дочерей и все такое. Но чем дольше он носил костюм, тем более странным становился. Началось все с мелочей. Например, он отказывался снимать костюм на работе и каждый день забирал его домой. Но как-то раз в кафе у Сьюзи я встретила его, и он снова был в этом костюме. А ведь дело было выходной. Некоторые сотрудники тайком жаловались руководству Уинтером, владельцам, но все осталось по-прежнему. Его костюм так и воняет падалью. Каждый раз, когда Стив проходит мимо, похоже, он кое-чему научился с тех пор, как я в последний раз его раз видела блюющим в канаву у станции Сайкоил, потому что теперь Стив вырезает невероятные скульптуры изо льда. Правда, у меня от его творений просто мурашки. Сегодня Стив подошел к киоску, вот уж повезло, и какое-то время терся рядом. Из-за костюма точно не скажешь, но мне показалось, что он прямо-таки пялился на меня. Примерялся ко мне, словно трахал глазами. Или вроде того. Я спросила, что ему нужно, но он промолчал. Затем я позвала начальника, и когда тот пришел, Чет, то есть Стив, наконец убрался. Мой начальник велел мне все это записать, так что вот. Кстати, я увольняюсь. Никогда в жизни больше не желаю видеть этого барундука. Лаура Хенман. Короче, чувачок это... вжился в свою работу, и меня опять пытались напугать, понимаешь, да вот. Да... Чувачок вжился в свою роль клоуна, или кто он там был, бурундук. И все, и пошло как-то не то. Он сошел с ума, стал это трахать глазами свою одноклассницу. Вот так вот и получилось. Институт стоял, косишься, походу. Видимо, это мы и стояли, когда работали. А сейчас мы типа уже уволились, себе прошлое увидели. Флэшбэкнулись, так скажем. Да. Но меня это ничуть вообще не напугало. Не знаю почему. Постоянные столкновения. И музыка из 80-х, но на вкус и цвет товарищей нет. Ой, как сказануло. Как сказануло. Че, будем на треке кататься, да? Это же трек. Называется аттракцион. Посмотрите, что есть. О. Кастена. Круто. Не-не-не-не-не-не-не, пожалуйста!
Хватит, доктор, хватит, пожалуйста, хватит. Бля. Опять флешбэк или что это у меня? Походу флешбэки. Меня пытается напугать, вот прям вот старается, старается. Давайте, давайте, давайте. Получится у вас, нет? Я думаю, что нет, вы меня не напугаете. Так просто я не дамся. Я бы вот на машинке бы хотел покататься, было бы прикольно. Я ни разу еще в играх на вот таких машинках вот не катался на треке именно. Было бы необычно. Ну, тут одна, видимо, с электричеством все-таки работает. Прочесть... А, акт о происшествии? Че? Блять, я его не прочитал. Ну, я его не прочитал. Я нажал пробел. Случайно. Ёб твою мать. Я нажал пробел, понимаешь? Пробел случайно. Сука. Каллум, where did you go? Каллум, куда ты ушел? Да, вовремя ты спрашиваешь. Куда ты с сынуля ушел? Блин, мне нельзя прочитать, но... Stay where you are. Я на стоп-кадре, наверное, прочитаю все это дело потом. Если там достаточно времени был зафиксирован этот момент, когда я письмо открыл. Ну тут, короче, какое-то происшествие было. Кто-то разъебался, нам показали, как это было. Даже пытались напугать еще. Все знают, что я плохая мать, это даже на бумаге написано. Однажды, когда Кэллом еще был совсем маленьким, я оставила его спать в машине, пока бегала по делам. Даже не помню, куда мне надо было уйти. Когда я вернулась, рядом с машиной стоял шериф. Смотрю на моего мальчика через стекло. Мне не понравилось, но что я увидел в его глазах? Осуждение. Он выписал мне штраф, не проронив ни слова, молча заполнил бланк. А когда передавал мне, посмотрел прямо в глаза. Я знаю, как вам сейчас тяжело, моя дочь Хелен. В общем, вам нужна помощь. Снова о медицинской помощи были как удар молнии, как 1000 вольт, бегущих по венам. Помощь — это агония. Да, я лучше сдохну, хотелось не закричать. Лучше достаньте пистолет и пострелите меня. Но вместо этого я сказала: да, шериф. Yes, шериф. У нее какие-то проблемы со психикой. Она лечилась у доктора. Она ненавидела своего сына почему-то. Может быть, в какой-то момент она его любила, либо ненавидела с самого рождения, потому что он родился не таким, как она себя представляла. Но, тем не менее, она с ним преодолевала вот такие трудности, как в той сказке «Мальчики-девочки». Вроде я правильно все сказал, да. Идут постоянные задержки из-за некомпетентности рабочих. Дело в том, что они местные и во многом верят в слухи о том, что старик Хендерсон тут творил. Они выросли на этих историях. Каждый раз, когда отвинчивается болт или пропадает ключ, эти дураки начинают креститься, чтобы защититься от черной магии. Конечно, именно поэтому я и выбрал это место из всех других возможных. Остров Соломона притягивает темную энергию. Нет, одна мысль, какая сила рассеивается здесь, под землей. У меня мурашки по коже. В обмен на кое-какие старые услуги в Бруклине мне дали контракт человека из местной академии, который поискал для меня интересные книги по истории острова. Оказалось, такие книги есть, а старик Хендерсон плотно контактировал с компанией из Бруклина. Возможно, его записи помог мне найти отсутствующие части чертежей. Каких-то работниках тут поговаривают в записках. Сейчас мы покатаемся на аттракционе. Давайте, чертовое колесо. И вот тут зайти можно. Так. Останавливайся опять, все. Сейчас. Уменьшить. Все. Сейчас. Еще раз надо, наверное. Все. Остановился. Прокатиться на... Да, можно. Можно покататься, посмотреть, какие у вас еще тут аттракционы остались. Сейчас опять будет скримак. Ждем. Может, он прямо передо мной вот сядет вот. Я такой сейчас смотрю, а он такой бац. Либо это, снизу появится какой-нибудь большой челик. Справа, слева. Какие варианты? Но больше, мне кажется, как будто спереди. Ведь без скримера уже, ну...
Как бы, я хоть и говорю, что тут нет скримеров, но они есть. Только без мотова. Люди в твоей жизни появляются не просто так, это отец говорил, пока мама жила с нами. Потом он больше валялся пьяным. У нас с Доном все было по-другому. Когда мы встретились, я подметала пол в обеде на Сьюзи. Он зашел в компанию других рабочих, но не стал заигрывать со мной или распускать меня. Он просто заказал кофе и сидел, глядя на меня. Когда моя смена закончилась, предложил проводить меня до дома. Даже не знаю, как описать ту нашу прогулку. Мы разговаривали, смеялись, а потом и до поцелуев дошло. Это была любовь, как в сказке. Не знаю, в ту ли ночь был зачат Кэллом или позже, но я думаю, что все же в ту самую лучшую ночь. Мы с Доном стали жить вместе, но потом он погиб. Как сказал начальник, он упал с вершины колеса обозрения, а страховка не сработала. Дона не стало в один миг. Иногда люди покидают твою жизнь просто так. Я была беременна Кэлломом. На третьем месяце, вот и сказки конец. Чтобы и пусто было. А нет, пока скримеров нет. И то письмо снизу было, короче, это, видимо, вот как этот Дон. Он устраивался здесь на работу. Выбрал именно этот парк. А в итоге был несчастный случай. Заебись. И дальше я... А, нет, скример. Вон есть чувак этот. Ну как, он не скример, он просто этот. Я думаю, кто бы нам это включал аттракцион с одной стороны? Какой-то клоун в шляпе. Такой стоит, типа, а я... Он типа кататься залезай, я тебя прокачу. Чё я нет-то? Все равно сюда теперь больше никто не ходит. Только куда я пойду теперь, направо или налево? Мне кажется, сюда лучше. Как бы тут тропинка вроде большая. Или хотя там дерево, может я не пройду туда. Ну-ка. Так, сохранение идет. Фонарь. Так, походу, да, тут закрыта кукла чья-то. О. Найс. Найс. Только стоило нажать на куклу, и у нее была какая-то записка в руках. Дорога открылась. Еще записка, что ли? Нет, это не записка. Это вообще больше на камешек похоже, типа. На снег, не знаю. Хотя это какой нахер снег? И я бежать не могу. Нажимаю Shift. А теперь могу, все. Нет, не могу. Многие родители благодарят своих детей. Как начнут о них рассказывать, да еще таким тоном меня, блевать, тянет. Маленький лочек любит читать. Или маленький Джонни так хорошо играет на пианино. Ненавижу эти сопли. 9 месяцев жизни трачу на то, чтобы ребенка выносить, потом калечь, сражая его, а потом остаток жизни проводишь, как его рабыня. Вытираешь зад, моешь, кормишь маленькие чудовища, кровососы, которые только умеют что брать и брать и брать. Пока мы не сходим с ума, те родители, что притворяются нормальными, просто себе врут. Когнитивисты вызывают такое искажение и восприятие своего выбора. А я себе не вру. Кэл меня доводит. И он передо мной в долгу. За все. Проучить бы его. Просто бросить тут. Мамаша это, ну такая-то. Как бы... Как сказать? Она говорит правду, что вот у нее есть на сердце. Она говорит так, как есть. Они как большинство типа вот сёпли-сёпли, вот как сейчас она и сама и сказала. Она говорит, да, как оно есть в действительности. Но... Всегда хотела прокатиться, но никак не получится. Как не получится? Как это не получится? Американские горки, я не понял. Это же самый сок. Это самое тоже. Прокатиться, да? Сейчас ждем очередной там скримак. Нам же опять как-то горку запустили. Ну-ка, кабинку смотрим. Да, вот он в кабинке. В кабинке стоит. Что тебе нужно? Мы должны поговорить о Кэлломе. Ты о чем? Что ты с ним сделал? Это я уже оскорбление. Ты и твоя мальчишка здесь излишние. Вы противны всему, что нам дорого.
Где Кэллум? Бедный ребенок, изо всех сил делал то, что его учили. Он даже оставил для тебя след из хлебных крошек, но Парк слишком голоден. Бать, скажи, где мой сын? Его забрала ведьма, да и тебя тоже. Боюсь, счастливого конца не будет. Просто отстань от меня. Дура. Ты всегда одна. Че, он вырубит меня? Или нет? А, нет. Что-то мелькает. Опять флешбеки, коридоры, больница. Ее везут на этом, кушетке, да, на кушетке везут ее. Потому что ей хреново, у нее проблемы с психикой, она ненавидит своего сына. И все вокруг. И какая-то была надпись. И в конце у нас будет выбор, оставить сына. Либо взять его обратно. И будем себя противоречить до конца жизни. Я правильно угадал? Да. Больница, о, темная постель. Нет. Нет, столик. Кэллум, останавливай шарманку этот аттракцион и бучий. Будем искать нашего сына. А потом его оставим. Да. Было бы забавно. Так, что у нас дальше? Куда идти? Сюда? Опять спускаться вот здесь? В каютке, наверное, там ничего нет. Я думаю. Туда нет смысла заглядывать. Пойдем дальше по дорожечке. А, взять фонарик. Ведьма ждет. Ведьма ждет. Ха-ха-ха. Сейчас зайдем в ту страшненькую комнатушку, где у нас было в начале игры самой, практически. У Кэллума синяки на руках, следы от пальцев. Кто-то его обижает. Я его спросила, потребовала сказать, откуда у него синяки. Он не захотел отвечать. Его чем-то напугали. Он не осмеливается говорить. Еще он меняется, что-то жуткое прячется в глубине его глаз. Иногда я замечаю, как он молча за мной наблюдает. А по ночам он ворочается и кричит такие слова, которые я не понимаю. Когда я пытаюсь его успокоить, он кусает меня за пальцы. Кажется, он хочет со мной поделиться. Что-то хочет сказать мне. Но за ним следят постоянно, ему что-то нашепчут во сне, меняют его. Меня хотят забрать ребенка. Ой, как ты заговорила, а? Я могу его спасти, хотя будет больно. Но я люблю его, и он потом поймет, почему я так поступила. Любит. Опять себе противоречит. Говорила, типа, нахуй он мне нужен? Это же было так кошмарно, меня от него тошнит. А теперь я люблю его. Конечно. Ты уже раскрыла свою сущность. Заебись, а куда идти-то? Весь город был в ужасе, но виновного так и не удалось найти. Труп с сладкой вати пришелся не по вкусу. Посетителям парка After Learn Hall вчера вечером посетил парк Atlantic Island и ожидал кошмарный сюрприз за киоском со сладкой ватой. Был обнаружен расчлененный труп. Местные власти заявили, что тело еще не опознано, но они подтверждают, что останки, скорее всего, принадлежат ребенку. Тело было найдено. Группа подростков из Академии Инсмута. Молодые люди заметили, как пара ворон дергает что-то сразу из-за хижины, где плохо видно. Уинтер, владелец парка Atlantic Island, опубликовал следующее заявление. Подобное происшествие – настоящая трагедия, особенно когда они происходят в местах, которые должны приносить радость. Персонал парка Atlantic Island приносит свои соболезнования семье и друзьям жертвы и будет в полной мере сотрудничать с представителями властей, чтобы помочь им раскрыть это дело. Соломон Кроникл будет ежедневно сообщать о развитии этой истории. Так. Ой. Да. Это, видимо, все ведьма. Это все, сука, это ебучая ведьма. Опа-на. Опа-на, что это такое-то? Это следы какие-то? Или что? И куда мне идти? Ага. Кажется, я понял. Сюда.
Ебать. Вот это шок-контент, это я сын. И тут топор. Бедняга, кто же его так? А нет, это не ее сын. Это ведьма, это все ведьма. Вернись, камбэк. Дай топорик заберу. А вот это было нормально. Это было нормально. Признаю, расслабился. Взяли меня немножечко так врасплох. Перестаешь держать это в голове, все. Тебя ловят сразу же. Все. И, ну, не напугали, но немножечко так. Что-то похожее было. Взять таблетки. Это мое лекарство? Давай глотнем его. Сердечки? На сердечко на руки. Я только сейчас увидел. Ебать, you mother, ты мать? Чё, your mother? No graffiti. Не граффити. 1980. Ее год рождения, понял. Are you better for since you very your ego? Ranger 80. Чё-то some kids loud and some kids cry. Чё-то ребенок плачет. Mostly children, дети, simple day. Каждый день. Да, вот такой у меня английский. Fuck. Граффити. Типа херовое граффити. Заебись. Меня штырит. Stop picking your nose, sin. Остановитесь. Ебать, вот это контузит. Контузит меня. Мишки. Не трогай меня. Эй! Дурак! Прости меня, Кэллэм. Я нанка-манка. Наглоталась. Таблета, Кэллэм, прости меня. Я вены себе режу. Кэллэм, прости меня. Все. Вырубилась. Сейчас мы просыпаемся, мы в клетке, в печке, такие поля. А нет. Нет. Печки не будет. Все прорисовывается такое, такое, ба. Мы не палимся, что мы хреново сделали прорисовку, когда я вырубил. Парк сам себе противоречив. Ежегодно миллионы людей погибают в автокатастрофах, а в парке есть специальные машинки, на которых можно это изображать. И пускай дети кричат от радости. На ярмарке лавочник со спокойной совестью за копеечного китайского медвежонка и возьмет у тебя 5 баксов, которые достались тебе потом и с кровью. А какие тайны скрывает озеро? Слезы брошенных, использованные презервативы, кровь самоубийц. И нависает лицо ведьмы. Меня всегда выворачивает это ее искала. И борода, вот на сунины же блеск ее внимательный глаз. Думаю, Кэллэм ждет меня внутри. А, там прям. Прям там уже это все уже так. Прям точно уже концовочка, да? Inside. Сейчас зайдем. У нас есть фонарик. Будет комната страха. Давай. Рубай. А, даже загрузка. Зе парк. Тупо парк. Просто парк. Так, ну здесь, я так понимаю, меня будут пытаться напугать, потому что освещение. Вообще, тут просто вот такой кругляшочек. И все. И могут бац со спины оба-на, и все. И вот он может повернуться, такой, я тебя напугаю. Или ты? А, это мы. Такая, бля, мамаша пришла за своим сыном. Идем. Нормально, да, тоже нормально было. И опять же, я не туда смотрел, куда надо было. Я засмотрелся на себя. На мамашу. Так вот мы умеем. Оп, 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 оп.
О, бык. Давай. О, исчез. Ебать, вот это ты умеешь. Вот это ты могёшь. Так, письма. Письма, не? Нет, читать не будем. Нельзя читать, а выйти можно? Не? Так неинтересно. Я хотел бы просто выйти и все. Типа, иди нахер ты, Кэл. Как неожиданно-то! Обосраться можно! Че ты ссышь? Все нормально, ты с фонариком. Иди, и все нормально. Все, все, все. Идем за сыном. А он, а этот за нами сидит, да? По-моему, за нами. Так, а тут? Он, по-моему, тоже, или у меня уже паранойя? Как будто он такой повернулся, такой, бля? Не. Не. Не-не-не, нормально, не следит. Идем дальше, стул. И мы на него сядем. Не. Бумаги, не. Нет, садиться не будем, а что это? А что так плохо? Зачем он тогда сюда пришел? Какая-то бесполезная комната. Может, надо как-то питание врубить? Что-нибудь сделать? Питание, наверное. Какая-то... А нет, я думал, это жидкость. Это просто фигура такая. Да? Ага-га-га-га. Дешевыми трюками меня несколько раз не напугаешь, все. Нет. Первый раз чисто как-то так получилось. Ну, сейчас что-то вот прям вообще. Лежит такая, ебана. Поднялась. А, еще закричи. Обосраться. Бац, обосраться. Прям капец. О. Однажды утенок покинул свой дом. Здорово. Это не ведьма, это какой-то Кощей. Открыть дверь. Утенок покинул свой дом. Читать ничего не будем. Пошли сразу. Спускаемся в самую жопу какую-то. Дверь закрыта. Закрыт. А, я закрыт. Где ты, чувак? Осмотреть, прочистить. Кошмарный цирк. Вайн, кома, цирк сгорел дотла. Первый же день десятки людей погибли, выкрикивающие проклинайте, проклятие владелица растерзан. Озверел торпой горожан. На рассвете Рэйвен, бродяга с темной душой, приходит к руина в поисках своей пропавшей матери. До начинается шоу. О-хо-хо, Найтмэр. Найтмэр. Циркус. Ночь в цирке. Так, а... Да, вот так вот положить. Ночь в цирке, когда меня выпустили, клоуны мне вернули и отправили меня домой с пригоршней... куском хлеба! Дом милый и отвратительный дом. Я едва его узнала, там, где были краски и свет, теперь остались только тени и пустота. Где было тепло, остался только пронизывающий холод, который никак не мог уйти. Я пыталась победить призраков. Дон смотрел на меня из пального угла, пока я старалась научить его сына. Из другого отец хоть холодно оценил все мои недостатки. Я посвятила себя Кэлму и делала то, что мне велели. Мне говорили, что все образумятся каждый новый день. Но теперь я в беде. Дождалась в лесу, напугана. Мне так и не стало лучше. Печально. Уведомление об отключении. В свете нескольких безуспешных попыток получить оплату по счетам, мы вынуждены уведомить вас, что предоставленная услуга к прекращению или будет прекращена в ближайшее время. Пожалуйста, выполните следующие условия. Совершите платеж на сумму, указанную на последнем счете, свяжитесь с ними по телефону, чтобы договориться о составлении графика платежей, после чего предоставление услуг будет немедленно возобновлено. Если вы уверены, что произошла ошибка, свяжитесь по такому-то номеру, чтобы осудить дальнейшие действия. Если вы не можете совершить платеж, свяжитесь с местным бюро социального обеспечения, чтобы вам и вашим близким подобрали другие условия проживания. Зима в штате Мэн. Холодно и сурово, не стоит встречать ее без электричества. Электрическая компания Данвича. Ага, то есть он, видимо, потерял посетителей все-таки по итогу. Хозяин цирка?
и должен был бабки за электричество. Так, голод спереди, правдивая история донеров. Сзади, 16 апреля 1846 года, караван крытых повозок, начало 2500-мильное путешествие в Калифорнию. Спустя лишь 8 месяцев они оказались в горах Сьерра-Невада, практически без еды. Произошедшее стало одной из самых страшных трагедий в истории переселения на Запад. Наша группа экспертов по путешествию донора нашла неопровержимые доказательства, что семьям пришлось прибегнуть к каннибализму, чтобы пережить ту ужасную зиму. Прочтите новейшее расследование о том, как детям донора пришлось есть собственных братьев и сестер. Чтобы выжить, в книге описана ужасная правдивая история. Но мы эту книгу, конечно же, не прочитаем. Да. Так, а так бы хотелось бы открыть. Было бы прикольно. Такой тупо сидишь и читаешь целую книгу в игре, понимаешь? Которая книга будет по хронометражу больше, чем игра. Так, что там? Кепка, да? А, я не могу взять. Я просто смотреть. Кубик-рубик. Так, еще что-то. The Wilting. О, бля, опять текст. Сзади. Этим романом Сьюзан Энскоп подтвердила репутацию одного из лучших современных писателей жанра научной фантастики. Увидание Землю накрыла солнечная вспышка, миллионы людей стали бездомными. Молодой метеоролог отчаянно ищет способ спасти мир от перегрева, и ключ к спасению мира оказывается в руках стриптизерши Ченс О'Хара опять. Динамично, потрясающе, невероятно все, чего стоило ожидать от романа Анскомб. Ченс О'Хара вернулась величественная и отважная, как никогда. Стриптизерша спасла мир. Офигенная история. Кружка, кружка. Ну, он так кукла. О, письмо еще что ли? Ай, люблю тебя, Кэллом. Спасибо. По такое ощущение, как будто мы уже не в этом, не в парке, а у себя на хате. Так, что это? Хлеб, молоко, сыр. Да, по-любому на хате. Не забыть отвести Кэллома счет на электричество, починить кран. Да, мы у себя на хате. Правильно я сказал. Так, тут закрыто. Офигенная своя хата, куда мы даже не можем зайти. Все комнаты. Мясо. Человеческое еще. Походу. Вино. Яблоки, картошка. Че, оставим открытым? Пусть открыто будет. Электричества все равно нету. Посмотреть ключ. Пиздец. Видимо, так у нее хата выглядела после смерти вот ее мужа. Когда она осталась со своим сыном. Вдвоем. И тут что-то прям красное. Прочесть письмо. А, бля, так... Мисс Майер, как мы с вами уже обсуждали сегодня на приеме, теперь вы считаетесь абсолютно здоровой. Это письмо является официальным уведомлением о том, что ваше умственное и физическое состояние не вызывает вопросов, и вы можете вернуться к работе в любое время. Обратите внимание, что вы обязаны прекратить прием всех ранее назначенных препаратов и утилизировать останки. Если вы почувствуете ухудшение состояния, немедленно свяжитесь со специалистом по месту жительства. Желаем вам доброго здоровья, доктор Сенсен, больница Донича. Ну, мы только что таблеток наглотались, так что... Так что вот так вот. Еще письмо. Твое письмо меня очень удивило, Лорен. Много лет назад ты избежал с своим отцом, исчезла без следа. И когда я наконец нашла тебя, ты отказался отвечать на мои письма. А теперь я соизволила написать и просить помощи. У меня уже другая семья, другая жизнь. Твой отец был ужасным человеком. Я жалею о годах, которые отдала ему. Я любила тебя, это правда. Но с каждым годом ты становилась все больше и больше похожа на него. Ты с самого начала была больше его девочкой, чем моей. И все же я... бы поспорила за родительские права, если бы ты не сбежала с ним. Ты разбила мне сердце, но я должна была продолжать жить. Если я скажу, я снова пущу тебя в свою жизнь, а старые раны начнут кровоточить. Прости, Лорен, но я не смогу. Может быть, когда-нибудь мне станет легче, я смогу встретиться с Кэлломом, но не сейчас. Я не готова простить тебя. Пожалуйста, не пиши мне больше кары. Это, получается, мать нашей главной героини, я так понял. Видимо, наверное, да? Шляпка. Чего? А, игрушка. Ебать. Прикольно. Че, куда зайдем? Еще что ли? Бля. Блин, говорят. 77 год поступления, выписки. Диагноз депрессия. Бля, депрессия. Примечание лечащего психотерапевта. Судя по всему, Лорен страдает от депрессии, которая развилась у нее еще на ранних сроках беременности. Во время нашего общения стало понятно, что рецидивы связаны с горем от утраты ее партнера Дона. Тот погиб 6 месяцев назад. Также у нее есть нерешенные проблемы с отцом. А я думал, Дон погиб уже когда сын родился.
После тщательного наблюдения мы провели стандартный курс лечения, в том числе электрошоковую терапию. Лечение оказалось эффективным, и пациентка быстро пошла на поправку. Рекомендации на период восстановления. Еженедельный прием у специалиста по месту жительства нормотимики на основе лития. Особое указание. Новорожденный сын Лорен Кэллом был передан в государственную систему опеки вскоре после рождения, так как у Лорен появились симптомы дезориентировки и депрессии. Мы считаем, что Лорен готова самостоятельно воспитывать своего сына, если она будет выполнять врачебные рекомендации, принимать препараты. Мы уверены, что она справится с ролью родителя. У Лорен есть свое жилье, а ее работодатель Сьюзи говорит, что готова снова принять ее на работу в обеденной местной жительнице. Норма Крид предложила присматривать за Кэллом, пока Лорен работает с учетом данной поддержкой. Мы считаем, возможно, выписать Лорен на рецепторные препараты. Получить по рецепту можно в аптеке. Пациентки приписаны 10 миллиграмм, затем описывать, порекомендовать врача, повышать дозу по мере необходимости. Получается, у нее был парень, Дон, который устроился работать в парке. В итоге в этом же парке умер по несчастному случаю. И в этот момент у них уже, ну, она была беременна. И потом у нее отобрали ребенка, да, в принципе, там все понятно. Так, это какой-то мисс Майер. Наше расследование о наследстве, оставшемся после мастера Дональда Уильямса, завершено. К сожалению, сообщаем вам, что основным бенефициарами, включая страховую выплату за смерть, несчастного случая указаны родители умершего Роза Уильямс и Ричард Уильямс, проживающие в штате Нью-Йорк. Мы связались с мастером и миссис Уильямсом и объяснили вашу ситуацию, в особенности касательно рождения сына Дональда Кэллома. К сожалению, они остались глухи к нашим доводам и подчеркнули, что без законных доказательств биологического родства вы не имеете права претендовать на состояние Дональда. Нихера себе. Они попросили больше не связываться с ними по этому поводу, понимая, что такой исход мог негативно сказаться на вашем финансовом положении, и также надеюсь, что с моей стороны будет не слишком прямолинейно приложить к настоящему письму счет на наши услуги. С уважением, юридический консультант Эдвард Стэнтон. Окей. Еще получается, из состояния Дональда мы не претендовали, из этих тупых его родителей. Че за пиздец? Понятное дело, у нее будет депрессия, еще и с сыном на руках. Какая может быть работа? Она наверное, все ненавидела. Это опять книга. Кошмарный цирк. Парк все ждал, все ждет. И ребенка он забрал, заберет. Веселье всех привлекет. И разум матери сломает. Анальгезия побеждает. И разум матери сломает. Анальгезия побеждает. Но как-то не особо в рифму получилось. Хотел в рифму как-то зачитать. Да. Давай еще это прочитаем. Лорен, сейчас у нас трудный период, я знаю, я попробую все объяснить. Почему? Дело в том, что я очень далеко от дома и пашу как проклятый. Чем дольше я работаю в парке, тем тяжелее становится у меня внутри, как будто пружина, которая сжимается все сильнее. После работы мы с ребятами ходим пропустить по стаканчику. Да, и тогда немного отпускает. Расслабляемся, смеемся, проходим себя. Я не хочу приходить к тебе, пока у меня с головой непорядок. Но как только я закончу работу, нам нужно будет отсюда уехать. Вернемся в город, тогда я смогу чувствовать себя по-человечески. Люблю тебя, Дональд. Я думала, какое бы выбрать имя мальчику. Для мальчика мне нравится имя Кэллом, а девочке подойдет Эмма. Но девочки нет. Есть только мальчик. Так, это таблетки. Че еще? Че еще время? У нас депрессуха, надо ей жрать таблетки. Раз она уж сама не может не бороться. Че еще? Опять та же книга. Весной 1933 года все население Советской Украины осталось без запасов еды. Через несколько месяцев ситуация стала критической. Сообщения о массовом недоедании дошли до верхних эшелонов власти. Людям было почти ничего есть. Произошедший массовый голод стал одной из самых страшных трагедий за всю мировую историю. Наша группа экспертов по советской истории нашла непровержимые доказательства, что семьям пришлось прибегнуть к каннибализму, чтобы пережить ту ужасную зиму. Прочтите новейшие расследования о том, как родители, умирая от голода, готовили и ели собственных детей, чтобы выжить. В книге описана ужасная правдивая история. Ужасно. Опять книга, да вы заебали. Сьюзан этим романом Лорен подтверждает репутацию одного из лучших современных писателей жанра научной фантастики. Это ж, по-моему, уже было. По-моему, это было, я уже это читал. Не, ну комната, само собой, мы уже кругами ходим. Но книга, по-моему, та же самая вообще. Даже слова те же самые остались. А,
трогай меня. Открывай, говнюк. Говнюк, открывай дверь. А я, кстати, холодильник не закрывал. Осмотреть вино? А как же выпить вино? Сука. Нельзя его выпить. Блин, этот шкит еще закрылся. Я что, так буду кругами ходить? Может, дверь? Нет, закрыто. Че, в телевизоре кто-то? Чё то говорим, но мы тебе не скажем, что мы говорим. Наше расследование о наследстве, оставшемся после мастера дома. А, завершено. К сожалению, то же самое, да. То же самое, сука. Давай еще кружок сделаем, чё бы и нет. Видимо, с каждым кругом у нас будет все больше галлюцинаций. Да. Что-то будет меняться, что-то оставаться. Бурундук тело кромсает, кромсает, кромсает. Глаз летит, вылетает, а люди лишь рты разевают. Просто лежи им и не мешайся. Базальные ядра побеждают. Что-то не так в рифму, некрасиво. Некрасиво, блин, я хотел в рифму. Еще книга. Опять, что ли? Чё? А, нет, тут новое что-то. Давно-давно в лесу жил лесоруб, его жена и двое детей. Мальчик по имени Ганзель и девочка Грета, они были очень бедными, денег не хватило даже на еду. Эту историю превратили, чтобы сказать правду от ничего не подозревающего общественности. Наша группа экспертов сказками нашла неопровержимые доказательства, что Ганзель и Грета были съедены заживо. Прочтите расследование о том, как их родители неумело пытались скрыть этот факт, выдумав историю о ведьме и пряничном домике. Родители-то напиздели? Выходит, все-таки родители. Короче, сказка про Украину. Где? Где родители съели своих детей и напиздели общественности, что это съела их ведьма? Точнее, пыталась есть. Но не ясель. Этим романом Лорен подтверждает, блядь, то же самое, по-моему, землю накрыла солнечная вспышка, миллионы людей остались бездушными. Молодой метеоролог отчаянно ищет способ спасти мир от перегрева, ключ к соседнему миру оказывает в руках стриптизер. Да, это было же. Это же было, блядь. Я не понимаю. О, кепка в крови. Займись. Кубик. Чё? Хэм? Сэм? Хисай? Джей? Дэд, нет. Он положен на место. Еще что? Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Че, откроешь нам дверь, а? Рецепт на Зоофит Масса. За лифт. Рецепт на за лифт. Не забудь еще таблетки и билеты на парк Атлантик Айленд. Ага. Окей. Опять закрыто. Че, будем открывать холодильник, а? Походу, она уже съела всю хавку. Жрать это нечего было. Она же все ходит кругами. Надо же что-то жрать. Пока мы переходим из двери в дверь. Опять письмо. А, Лорен, твое письмо меня очень удивило. Много лет назад ты сбежала со своим отцом и исчезла без следа. А когда я наконец нашла тебя, ты отказалась отвечать на мои письма. А теперь соизволила написать и просишь помощи. А, блять, это страница порвана. Еще же я поспорю за родителей. Да, это то же самое. Я не сбегала, меня забрал отец. Я не готова простить тебя, Карен. Да, это то же самое. Про свою мать. История острова Соломона. Красиво. История острова Соломона без истории. Но зато история, да. История без истории не история. А здесь история. О, мы тебя помним. Stop! Стой! Это она закричала? Don't leave me! Не бросай меня! Открывай дверь! Достал! Чё, всё бы разрушил, да, ублюдок? Сзади. Страшила на охоту, в кромешной тьме идёт. Крадётся тихо, ищет, рыщет, смерть несёт. Урчит, мычит, бормочет, вот-вот сожрёт. Глупец дрожит и не бежит, исхода ждёт. А умный песнь победную
поет. О, кошмарный. Кошмарная песня про кошмарную жизнь. Где? Так, а что у нас? Нас надо как-нибудь будет как-то продвигать дальше. Ты заебался я ходить кругами, уже честно. Надоело мне. Че, еще рыбчик нет? Не вернулась величественно отважно, да. Лорен, мы ждем. Вернулась величественно отважно, как никогда. Че? Это. А, или это новое? Этим романом Лорен слышишь. Лорен, ты слышишь нас? Одного из лучших современных писателей или че? Миллионы бездомных. А, нет. А, то есть Лорен еще и работала стриптизершей, что ли, получается? Или нет? Или да. Что-то, вот это я, конечно, не до конца понял. Динамично, потрясающе, неукротимо. Все, чего стоило ожидать от романа. Ответь нам, Лорен. Или Лорен написала эту книгу. Получается. Про женщину, которая стриптизерша спасла мир. И тем самым, благодаря этой книге, она сделала отсылку к себе, что это у нее такая жизнь была. Мои лучшие друзья Дон и Лаура. А, окей. Че это? Давайте уже быстрее. Опять таблетки. Уже кончились таблетки, все. О, кукла. О, ебать. Это не кровь, это просто пыль. Пыль. И все. Тупо пыль. Прочесть. А я опять читаю. Рецепт за лифт, рецепт на залифт. Это, короче, антидепрессант ее. Не забудь, ты одна. Никто тебя не любит. Кэллом уже сам на себя не похож. Ага. Ага. Опять холодильник. Привет. Дверь закрыли, сука. О. А, маму. Маму уже не любит, все. Куклу испекли. Открывай. А что это такое? Это же не бутылка. Это такое ощущение, как будто... какая-то была смесь внутри. А когда заканчивается на донышке что-нибудь, ты берешь такую, знаешь, какую-нибудь палочку, наматываешь на этот конец палочки ватку и потом оставшуюся вот эту хрень пытаешься достать, чтобы это не выкидывать просто так. А, сука, меня еще заперли. А, весело. А в чем прикол? В чем прикол? Вы меня нахуя заперли? Кто там идет? Кто идет? А, это никто не идет. Сука! Достали! Я устал ходить. Письма нельзя уже читать. Нахуя нам это? Как мы с вами уже обсуждали сегодня на время, теперь вычитать. А, все. Абсолютно долбанутой. Скажем прямо, у вас капитально поехала крыша. Ее представляете опасность для окружающих. Обратите внимание, что у вас лишь один выход. Наркотики. Чем больше наркоты, тем лучше. Курите, нюхайте, пейте, колитесь, принимайте их любым способом. И так часто, как только можете. Это дерьмо сделает вашу жизнь лучше. Если вы еще не поняли, у вас опять рецидив. Но всем плевать, никто вам не поможет. Хватит лажать. Доктор Спок, Спок, больница Данвича. Пиздец, получается, мы... А она еще колоться начала. Она начала колоться после такой херни. Докторская, ты долбанутый, иди нахер отсюда. Мы тебя не вылечим, ты неизлечимый. Уильям, спасибо за новые часы. Так милая, я теперь счастливая. Морковка. Морковка, да. Такая... Ой, вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Ничего. Идем дальше. А, закрыто. Закрыто. Давай, открывай. Заебали. Чё, рэпчик? Лорен, слушай внимательно. Бурундук-убийца Стив Гаррендер оказался в тюрьме за то, что сотворил с теми детьми. Я думал, это рэпчик. А Натаниэля Уинтера уже несколько лет никто не видел. Но в парке Атлантик Лейн его нет. С этим мы разобрались. Ты это знаешь. Скример, да? Сейчас я уберу книгу, там скример. Не? Ну, нет. Или да. Что-то мне кажется, как будто сейчас будет скример.
Как-то обстановка уже, ну, предельная такая. Уже такая жесткая. Что читаем? Лесоруб мертв, ведьма всегда побеждает. Лесоруб мертв, ведьма побеждает. Лесоруб мертв. В книге описана скандальная история. Все они форсят эту историю про Украину, про лесоруба и жену, которые сожрали свою девочку. А в итоге это получается, возможно, сказка про нас, то есть про нашу главную героиню. Типа она сбежала с отцом, якобы. Либо, я не знаю, вот я до конца это не понял. Кровь идет. Так, мои лучшие друзья. Либо это просто отсылка, сказка вот такая была, похожа на ее жизнь, а может быть это и есть ее жизнь. И у нее был брат. Сзади, Лорен, ты слышишь, что ты что мы говорили? Убийство, солнце погаснет, весь скот будет погружен, эта тень лежит в твоем будущем на наших господа. Лорен, если слышишь, ты есть ключ к гибели мира. Мы не укротим. Лорен, у тебя нет выбора, будь с нами. Лорен, мы едины. Ой, блядь, почему скейт нажимаю? Постоянно нажимаю скейт. Опять кепку. Опять смотрим кепку. Да. Я бы уже на самом деле, блин, давайте. Надоело ходить кругами. Забудь Дон, отец. Забудь Дон, отец. Не он. Дон не отец, еще скажите. А, выходит, все сходится. Она работала стриптизершей, пока тот работал, значит, впахивал, сука, на работе. Да, она работала стриптизершей, переспала с бурундуком, от него ребенок, а родители пронюхали эту фишку и поэтому не стали платить ей бабки. Походу, так оно и было. Не зря нам там сказали, он трахал ее глазами. Это явно было к чему-то. Видимо, она все-таки не удержалась. Походу, да, она не удержалась все-таки. Она переспала с этим бурундуком, а Дон никогда об этом не узнал. По итогу. Заебись. Офигенная история. Но зато родаки поняли. Она на самом деле могла бы сдать анализы, показать, что вот, типа, это действительно его сын, но она же не сдала анализы, выходит. Значит, это не его сын. Ты будешь смотреть, как я гнию. Я буду смотреть. А ты что будешь делать? Я что буду делать? Пошли дальше. Я уже заговариваюсь. Закрылась. Закрыт. Последняя дверь, да? Надеюсь. Да, все, это походу финальчик. На сказках, которые раз за разом передают из уст в уста, люди строят понимание мира вокруг. Двоих детей отводят в лес, дети не могут найти тропинку, потом их ловит старая ведьма. Ребенок попадает в парк Атлантик Айленд, он не может найти выход, а потом попадает к старой ведьме в рот. В старых вариантах этой сказки мать и ведьма один человек. Я не хотел быть ведьмой, но все же ей стало. Да? Если так, то, наверное, да. Наверное, да, но, блин, ну это все депрессуха, вот эта вся вот эта вот ебливая жизнь. Тебя понять можно, конечно. У тебя непростая ситуация. Очень сложная. Так что я даже не знаю. Так, прочесть что-то там надо. Зачем-то. Сегодня я сегодня пробрались дети, я так давно не слышала смеха, так давно. Я забрала одного из них, не смог сдержаться, все прошло быстро, остальные ничего не заметили. Мне понравилось, как он смеялся, этот мальчик из академии. Я положил его на стол, я щекотал его, пока у него не перехватило дыхание. Мои машины ожили и жужжали, так-то его вздохом и взвиком, это же восхитительно. Но механизмы еще не до конца изменили меня, наверное, у меня получится заманить на стол и других детей. Это Лорен, типа, про себя писала. Или что, тут повествование немножко уже получается какое-то дырявое. Нам пытаются рассказать историю, но, блин, я что-то до конца вот этот момент не понял.
пока что. Может, в концовке я и когда либо игру всю пройду, переварю, потуши глаза и пойму, что здесь к чему. Такая. Тут комната, коридоры. Ла-и-ла-ла-ла, я смотреть книгу. Без рэпчика? Гензель и Гретель. Звуки типа страшнее. Это уже не парк, это какой-то подвал. С рэпчиком, подвал с рэпчиком, короче. И касценами. Келлум, Келлум. И убогой лицевой анимации. Ой. Ведьма. Келлум. Я тебя съем, я ж твоя мать. Келлум. Келлум. О. Мишка какой-то сзади был. Ну, нормально, он еще живой. Правда, у него футболка и кофта страшная. Противная. А, типа, такая, давай, убей его. Убей его, убей. Ты же этого хотела. Давай. Давай, сделай это. Но я не хочу это делать. У меня выбор будет. Нет. Чё, блядь? Она всё-таки его убила? Даже без выбора? Тупо посмотрите на это лицо. Как это ужасно. Противно. И это концовка? Только не говорите, что это концовка. Сука, только не говорите. А. Эй, Лорен? 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 Ты не виноват. Люди постоянно что-нибудь дотеряют. Мы опять у психолога или что это? Или это флешбеки? А, это, наверное, флешбек, когда мы потеряли мужа? Постарайся успокоиться и подумай, где ты последний раз видела ребенка. А, нет, все-таки она его типа потеряла. Ага. Но она от него скрывает, на самом деле она его убила. И вернулась обратно. Мыслями и сердцем я всегда возвращаюсь в парк Атлантик Айленд. Парк. О, да, вот такая коротенькая игра получилась на полтора где-то часа. Блин, ну, в принципе, тут более-менее все было понятно. Я пытался рассуждать во время всего вот этого, вот, делая картинку какую-то. Где-то, может быть, я говорил и правильно, где-то, может, и неправильно. Я не знаю, вот только вот с ведьмой было вот немножко непонятно. Типа она и есть ведьма, как-то там такая вот, как-то вот это вот повествование нас так подвели, что она и есть ведьма, она убила своего сына, и по итогу, видимо, она вот от этого чувака, администратора парка, или кто он там, на кассе стоял, она просто скрыла от него, и все. И ее последний диалог, вот то, что она с сердцем, всегда будет в парке, потому что будет думать о своем сыне. Типа я не знаю, вот это вот не особо я понял. Может быть, потом в конце все-таки пройдет время, я это переварю, обдумаю. Если восстановлю полностью картинку, и что-то у нас пацан стоит-то. The Park, все. А что ты стоишь? Ты же умер, все. Или якобы по истории на самом деле он просто потерялся, ушел в парк, потому что ему не нравилась его же мать. Нажмите, что вернуться к вам на меню. Ну, я нажал. Типа, за парк, все. Все. Не будет никаких продолжений, ничего. Такая коротенькая история. За парк. Продолжить игру. А продолжить...
Так, где я окажусь? Просто хочу посмотреть, где это я окажусь, все. А, да, все. Короче, да, тогда мы на этом закончим данное прохождение. Вот такое вот быстрое. Типа, по фану я решил взять, пройти какой-то инди-хоррор, который давно хотел пройти, и взял и прошел, да. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если это так, то оставляйте свои комментарии по поводу игры, либо пишите какие-нибудь свои игры, там, какие мне, может, инди-хорроры пройти, чтобы были такие не длинные, вот, на 2 часика, там, может, на 3 часика, такие вот коротенькие, чтобы можно было взять, за один раз пройти, про их и забыть. Короче, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, мы тогда увидимся в других видео. Всем пока!